Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. В последней серии мы, в принципе, натворили много дел, дрались с темным фантомом опять. Убили торговца там не особо далеко, который нам сказали, что особо не нужен. Но не дай бог, блин, уважаемый комментатор, он окажется мне нужен. Вот это будет печально, по-моему. Но, тем не менее, получили Учигатану. И я думаю, она будет для нас полезна. Купили полный сет брони кольчужной. В ней я пока, честно говоря, не справляюсь. Хожу как в какой-то, я не знаю, в стальной броне. Очень медленно. Поэтому я, пожалуй, я ее положу в камеру хранения вот сюда вот. Так, для этого нам нужно перейти в эту вкладку. Как тут... Подожди, а что она не перекладывает? А, ее сначала, наверное, видимо, нужно снять. Давайте-ка мы сначала свое переложим. Вернее, переоденем. Так, так, это так, это так. То есть в свою обычную кожаную броню. Отлично. Теперь мы всю эту броню складываем сюда. Раз, два, три и четыре. Отлично. И, в принципе, нам тут больше ничего не нужно. Давайте попробуем помахать этой. Отлично. Давайте, кстати, починим все оборудование. Короткий меч. За 36 душ. Копье. За 58. Короткий лук, которым я так и не купил стрелы. И деревянный щит. Отлично. И теперь мы поднимаемся наверх. К мосту. И там идем дальше вперед. Там, в принципе, мы уже совсем разобрались. Осталось пойти в какой-то непонятный ход. Но сначала нужно разобраться, конечно, со всеми этими ребзями на мосту. С ними надо быть очень осторожным. Кто-то стреляет стрелами. Хо-йо! Блин, катана, по-моему, отлично. Единственное, что меня сейчас убьют, похоже. Стреляет просто со всех сторон. Бежим! Бежим нафиг! Бежим! Уроды! Уроды! Фу, это было опасно. Ко мне идет преследователь. И не один. Но здесь более как бы выгодная позиция, поэтому я думаю, мы справимся. Или не справимся. Что-то их до хрена идет, надо сказать. Но давай, сделай первый ход. Я думаю, все-таки с копьем тут будет лучше. Блин, только не эти стрелы. Получил стрелу в колено. Стрелу. Блин, еще. Да что ж с вами за проблема-то такая, а? Твари вы эдакие. Я с вас устал. Пока они рядом, я не могу и костер зажечь. То есть придется либо умереть тут, либо убить, соответственно, вас. Готов. Ладно, тогда придется взяться за дело серьезно. Смотри, живой еще. Готов. Хорошо. Так, сделаем вот так. Восстановим все. К ним туда не пойдем, они какие-то злые. Пойдем вперед. Тут у нас наверху огромный рыцарь. И тут у нас еще одна тварь. Но, давай, но.
Тут у нас кто-то, похоже, просится к нам в игру. Давайте, давайте позовем. Ага, никак. Что-то какую-то ошибку написало. Не знаю. Ладно, пока идем, если что, появится, уже хорошо. А вот еще одна появилась. А это он? Дарт Шоган. Это, по-моему, не он. Или он же. Так, ну посмотрим. Помощь нам никогда не помешает. Опять саммонинг фейлд. Не знаю, с чем это связано. Но как бы там ни было, идем вперед. Так, давай, я знаю, тут. Тихо. Ой, бежим. Катана отличная. Единственное, но нужно ее беречь. Супер! Катана просто тащит. Титановый осколок еще один. Так, теперь я, по идее, могу пробежать туда сразу вниз, но я думаю, тогда за мной ломанется вся королевская гвардия и вся королевская рать. Поэтому мы лучше постараемся их убить. Ну, давай. Выманим тебя сюда. Давай, иди. Блин, что ты ползешь так медленно? И пока ты тут жуешься, мы пойдем убивать вот этих дегенератов. Падай ты, мать твою, за ногу. Так, к нам там побежал еще один. Сейчас поднимется по лестнице. Если не обжегся. А, нет, вот он бежит. Блин, опасно, опять же, на этом мостике. Пожалуй, лучше взять тут копье. Надо отдышаться. Бежим. Бежим. Блин, автонаведение, выключись нафиг, меня убьют сейчас. Фу, так, лечимся. И мстим. Страшно мстим. Да, катана тащит. Давай, давай, иди сюда. Сейчас мы тебя закружим. Если получится, конечно. Хорошо, хотя бы так. Фу, ладно. Идем в этот непонятный проход. Тут мы еще ни разу не были. О, слабаки. О, засада. Чуть не поймали. Нет, вот скоты, да? Один главный, самый слабый, побежал заманивать меня. Так, он бежит, по-моему? Нет, он стоит. Ждет меня опять. Опять манит меня, манит. В красных труселях. Ничего у него не выйдет. Че, псих совсем, что ли? Давай. Хорошо. У нас, похоже, ничего. Еще один слабачок. Да, блин. Урона мало наносит, но, блин, обидно. Так, мне похоже по лестнице. А тут у нас что? Тут у нас ништячок какой-то лежит. Мистический ключ. Что это за ключ такой интересный? Давайте посмотрим. Нет, он не тут.
Сложно сказать. Что-то про какую-то тюрьму. Возможно, мы, когда попадем в тюрьму, он нам что-то откроет. Затрудняюсь ответить. Придет время, увидим, короче говоря. Ой! Охренели, что ли? Блин, катану тащит. Учи гатана. Так, ладно. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Тихо. Тихо. Аккуратно. Большая душа потерявшегося неживого. Так, хорошо. Здесь. Что здесь? Может быть, здесь какие-то секретные стены? Ну-ка, давайте попробуем. Нет. Ладно, хрен с ним. Похоже, опять замануха какая-то. Вроде пока что безопасно. О, там у нас, похоже, какой-то босс. Вот только босса нам сейчас и не хватало. В принципе, не так много душ, чтобы жалеть о них, но... все равно. Так, давайте подлечимся. У нас аптечек не так много. Зелий, то есть... давайте войдем в белый свет. Но это не босс, я так понимаю, слава богу. Там мы были. Понятно. Знакомые все места. Так, что-то меня эти узкие пространства смущают. Там, по-моему, лучше взять копье будет. Какой-то рыцарь. А наверху что? Я что-то не горю желанием вступать в бой с этим рыцарем. А тут такой же, похоже, да? Ну, не такой же, но тоже кое-что. Копейщики — это всегда плохо. Давай. Но. Блин. Меч, конечно, постоянно задевает об стену. Это плохо. Ага. И как-то каким-то образом я вот сюда попаду и смогу открыть те ворота, похоже. Да, вон там, вон я вижу рычаг. Ладно, пошлите с тем рыцарем разбираться. В данном случае я все-таки думаю, копье будет более хорошим вариантом. Че, все что ли? Ой, 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 понты! О, ой-ой-ой! А-а-а! Твою мать! Мечник-то у нас, значит, да? С рапирой. Опасный парень, охренеть! Ладно, вроде справились. Так, аккуратно пробираемся дальше. Это опять все та же пропасть. И что, тупик, что ли? Да вы издеваетесь. О, рыцарский щит. Отлично. Так. Деревянный щит, рыцарский щит. Поднимает атаку, но против магии, конечно, хуже. Физическая, зато полностью 100. Стабильность увеличивается, сопротивление огню увеличивается. Хорошо. Так. Так. Красивый щит.
Надеюсь, он не очень тяжелый. По-моему, с виду он не очень тяжелый, то есть подвижность не снизилась. У меня такое ощущение, что я в этой своей броне всю игру прохожу. Пока что она мне всем устраивает. Она не очень крепкая, конечно, но в ней зато с подвижностью у меня проблем никаких. Хотя, возможно, когда я прокачаю силу, я смогу более тяжелую броню носить так же легко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Господа, может договоримся? Это чё? А, чёрный призрак. Только не это, только не сейчас. Только не чёрный фантом. Бежим от них, бежим. Чё за колокол? Так, всё. Тут, я думаю, будет хорошая позиция, чтобы обороняться. Совсем с ума сошел, что ли? Ну, атакуй. Хорошо. Теперь ждем этого дегенерата, тварь эту. Где ты там? Рыцарь. Понимаешь. Печального образа. Что там звенит такое? Praise the sun. Ладно, аккуратно пробираемся вперед. У нас очередной фантом, и он нас сейчас, скорее всего, убьет. Потому что пока что все фантомы, которых я встречал, были на несколько десятков уровней сильнее, чем я. Там кто-то бегает, по-моему, я слышу. А, это обычный солдат. Где этот фантом? Я так понимаю, что пока мы с ним не решим, кому из нас жить и кому умирать, этот такой своеобразный какой-то PvP режим. Что это было? Что это был за грохот? Этот PvP режим не выключится. Так, ну как бы там ни было, мы идем вперед. Спереди враги. Да тут кругом враги вообще-то. Не очень полезный совет. Я он их уже вижу. Я этого не вынесу, говорит. Вынесешь. Так, за спиной никто не крадется. Фу, так. Бонфайр спереди. Хорошо. Спереди костер. Может быть, мы еще выйдем отсюда живым. Ой, фантом! Фантом, как ты не вовремя пришел, а? Ну давай, скотина. Блин. Временами так охота выматериться, но стараюсь, сдерживаю себя. Давай сюда, давай, слабак. Вот тут встанем и посмотрим, кто из нас чего стоит. Давай, иди ко мне. Ах, тут стрелять еще. Че, зассал, что ли? Это ты ко мне вторгся, не я к тебе. Блин, он маг, он, наверное, у него какие-нибудь атаки дальние есть. Но слабак, что за херню он вообще делает? Я не знаю, честно говоря. Хапнул. Что-то не сильно он хапнул. Опять похоже на несколько уровней меня выше. Не на несколько, а на несколько десятков. Потому что мои удары что-то особо урона ему не наносят.
Что это было? Чуть-чуть куснул. Ну, давай, ну. Чё, охренел, что ли, совсем? Слабак. Шо ж ты пятишься? Куда ж ты пошел? Мы еще только начинаем. Да не мешайся ты-то хоть тут. Что-то он вообще никакущий, по крайней мере, пока. Что думаешь, я за тобой туда пойду, что ли? А, он лечится. Ну, давай. Какие-то бафы себе, что ли, сделал? Хе-хе-хе-хе. Слабак. Блин, мы с ним так долго бодаться будем. Ну какого хрена было ко мне вторгаться, если ты, блин, такой слабак, слабак. Но. Да хрен я к тебе туда пойду. Трать свои аптечки. Я просто... Вы знаете, почему я туда не иду? Я видел это место. Там внутри ничего хорошего не ждет. Место такое запоминающееся. Его, по-моему, в Е3 показывали, что ли, на демонстрации. Короче говоря, то ли на игромане, то ли где я видел, но... Давай-ка ты мне на помощь приходи. Сейчас мы этого говнюка законопатим просто. Скотина, а? Слабак. Блин, давай приди ко мне, призрак, у меня уже зелье кончается. Что за дурак? Ну на кой хрен ты вообще пришел ко мне? О. Summoning fail. Да что ж такое, блин? Что мне не везет сегодня? Еще и убьет меня таким макаром. Я не пойду к нему туда. Пошел в жопу. Я не буду драться на его условиях, потому что там внутри очень сильные враги. Я помню это. Я помню... Это, по-моему, как раз-таки... Журналисты игромании, по-моему, играли. Их видео, по-моему, было. Их там убили. Но... Ну что ж ты какой беспомощный-то, а? Беспомощная. Половину хоть снял, нет, там не особо понятно. Да пошла ты в жопу. Ты посмотри. Ну я не знаю, что с тобой делать-то, а? Убить я тебя не убью, потому что ты гораздо мощнее меня уровнем. Ты меня убить не можешь, потому что просто цикло какое-то непонятное. Ну вот, похоже, ей надоело. Честно, очень честно. Валим. Так.
Я думаю, надо дать ей просто убить нас. Да пусть уже успокоится, блин. Получи и распишись. Видите, даже сзади у нее отнимает очень мало здоровья. На кой хрен? Она, похоже, на мне какую-то фигню пробует сделать, которая ей интересна. Ну давай, добивай уже, блин, ты мне надоела. Ох, я ей кровотечение, что ли, сделал? Уф, как ты меня заколебал, ёлки-палки. Ну, давай, 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 убивай уже, убивай, блин, ты хоть убить меня нормально можешь, нет? Ага. Заманивает. Кто тут, где тут меня убьет, если что? О, ёб твою... Блин, призрак, фантом, убей. Да блин, давайте я просто ему сдамся. Уже заколебало просто. По крайней мере, фантома не достанусь. Не достанусь. Фу. На кой хрен вот такие вот лезут? Насколько, интересно, он уровень меня был выше? Ну да ладно. В принципе, мы уже поняли, где у нас тут bonfire находится. Я думаю, сейчас мы быстро туда добежим. Особо не будем отвлекаться на всех подряд. Блин, я что-то просто рву всех в клочья. Это похоже от обиды на того темного призрака. Просто натурально разбираю всех на запчасти. Ну чё? Давайте, убегайте. Кто там? Засада. Ну. Еще? Ведь еще же были. Так, вроде все. Блин, гад, как он меня расстроил, а? Отнял столько времени, я не знаю теперь, то ли это вырезать, то ли что мне. Просто ни себе, ни людям, как говорится. И сам убить не может. Ну как он, я думаю, мог меня убить, потому что он один раз меня долбанул своим фаерболом. У меня чуть все жизни сразу не кончились. Но при этом... Какой-то, блин, беспомощный, я не знаю. Что-то прятался от меня. Не знаю, что хотел, короче говоря, мутный парень. Вот так. Так, тут у нас уже опасный враг сейчас будет. Но после после темного фантома они уже, конечно, не такие страшные. Это своеобразная тренировка. Лечиться не надо вот только, а? Тихо. Опасно. Блин. Как неудобно тут драться катаной. Давай, 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 давай. Все, наконец-то. Хорошо. В принципе, все. Мы вернулись к тому месту. Не так уж много времени это заняло. Главное, целеустремленно бежать. Я что-то даже не ожидал, что я такой напористый буду после той смерти. Но надо сказать... А, блин, допонтовался.
Надо сказать, что та смерть меня кое-чему да научила. После нее я как бы научился гораздо лучше драться. Вот. Так, ладно, что-то эта серия какая-то была странная, честно говоря. Эти, блин, фантомы меня просто заколебали уже лезть ко мне в игру. Поэтому я в следующей серии буду бегать нежитью. Они меня достали. В принципе, на этом пока все. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.